Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, уважаемые зрители, одна из наиболее интересных вещей, которые я обещал, это не огнетушители, а огненетушители. Соответственно, то, чем можно огонь создавать. Огнеметы гражданские. Стоят $3000, работает 6 секунд на дистанцию 30 метров. Здесь смесь. Видите, вот маленький бак, это зажигающий. Вот эта вот маленькая штучка. И здесь работает он на дизельном топливе. 100 футов, 30 метров, 6 секунд. Представляете, какая вещь? $3000. Ну и у них, конечно, есть более дешевая версия. Но там люди стоят, поэтому долго показывать не буду. Ну вот такая вот интересная вещь. И вот здесь куча горючего. Факел здесь зажигается обычно вот этим пропановым баллончиком. Кстати, можно еще также и напалм при желании сделать. Вот загуститель. Фирма называется Throw Flame. И может быть удастся показать, как это работает позже. Посмотрим.